Три золотые медали завоевали в Египте азербайджанские гимнасты. Члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике успешно выступили на турнире «Кубок фараона» в Каире. Как сообщает Федерация гимнастики Азербайджана, Владимир Далматов и Медина Мустафаева заняли первое место в соревновании среди смешанных пар, а Лейла Бежанова, Арзу Агаева и Хадижа Гулиева в программе «Трио». Диляра Гурбанова, Сара Алиханлы, Сянам Кязымова в программе «Трио» взяли золото в соревновании среди юниоров.